Доброе утро всем. Наша первая попытка восстановить режим провалилась. Будильник стоял на 9 утра. Я все-таки разлепила глаза 9:30. И потом выползла из кровати в 10. Первая. Потому что все остальные спали мертвецким сном. И, собственно говоря, Артемий теперь проснулся. Рексу я тоже разбудила, остальные продолжают дрыхнуть. Я пошла выгуливать Рексу. У нас прямо сумерки какие-то. Камера очень осветляет, на самом деле тут как-то... Да, вот так вот сейчас. Это будет верный цвет передачи. В общем, тишина, пустота и вот только собачники, видите? И все, остальные все дома сидят. Кто спрашивает, что же едят животные? С утра они едят кашу с мясом. А вечером кот просто мясо, а Рекса тоже кашу с мясом. Вот Куиме уже, если не ошибаюсь, ему почти 19. Здравствуйте. Что-то я завязаю. Художник, что ты рисуешь такое? Темнота, что не было видно. Других цветов не было видно. А-а-а. Синим. Синим рисуешь темноту? Обалдеть. Каляки-маляки. Зима подпевает, походу. Проснулся вот от этого. Считаешь, надо спеть? Ну что, чуть-чуть сменим формат. Надеюсь, меня слышно, а то опять ветрюган и ветер с дождем. В общем, снимаем на старую камеру, потому что Анашер забрал мою свозить в ремонт, в еще одно место. Последняя надежда у нас, что получится починить. Вот. Ну, если не получится, то уже все. Будем новую покупать. Мы с Артемием сейчас отправились снова в магазин прогуляться, потому что во дворе что-то как-то скучно гулять в такую погоду. Реально, блин, мокро, темно. Как-то не в кайф. Надо уже выбираться в город, какую-нибудь движуху начинать, а то у нас 1 января в день сурка превратило, по одному и тому же сценарию. Но сегодня я не спала с ребенком, дневной сон. Сегодня я этот лак сняла. Маникюр надо сделать. Хочу попробовать сегодня сделать с фольгой, которую я купила, но я не уверена, что получится. Чего ты говоришь? Это опять ночь. Опять ночь у нас? Да. Да. У нас ночь. Я сегодня посмотрела. Световой день у нас сейчас 6 часов всего лишь длится. Но скоро мы улучшили. Но я только все в ожидании. Неужели это будет первая зима, когда я ни разу не надену зимние ботинки? Ну просто... Как-то это очень странно. Я все мониторю прогнозы в надежде, что вот-вот какие-нибудь морозы вдарят. Как это бывает обычно пару недель в году. Но нет. А в магазин идем чисто символически. Хочу купить фарш. Именно покупной, не самой приготовить. Потому что ребенок вчера просил фрикадельки. Или сегодня. Или тефтельки. Тефтельки. Вот. Они у меня из моего фарша не получаются. Разваливаются на фарш. Я хочу взять покупной, потому что он более клейкий. И хочу взять еще баночку икры, потому что собираемся к бабушке с дедушкой в ближайшие дни. И я хочу приготовить блинчики с икрой к чаю. Так вкусно у нас получилось, что мне хочется это повторить. Взяла то, что хотела. Фарш, икру. Ты что, прыгаешь под музыку? Хочу еще фасоль поискать. Вот такая вот у меня фольга серебряная. Хочу ее попробовать сегодня нанести. Ногти без лака вот такие. И я себе еще пропил, сделала один болид. Надо поскорее закрасить. Сломается. И не знаю, наверное, попробую от Коди базу и топ. А ногти снова накрашу своим любимым розовым. Он просто круче всех держится. Наконец-то купили батарейку для пульта. Пока водитель не очень. Она должна прям переворачиваться при встрече с препятствиями какими-то. Она прям на месте, видишь, крутится. Видишь? И надо по заливу погонять. Там, где мелководье летом. Она для этого тоже предназначена. За отходе почему-то в лампе выглядит такой голубой какой-то.
На улице салют, как вы слышите, а я сижу и делаю маникюр. Я вам сейчас покажу, как круто получается. Я фольгой стала делать. Прям супер. Правая рука еще пока только в процессе, а левая уже готова. Артемий показывает трюки на новой машине. Как она это делает? А ну-ка, останови ее. Ну-ка, останови, отпусти. Ух ты. А сможешь уехать теперь куда-нибудь? Не, на другую кнопку нажми какую-нибудь. Танцует, да? Нет, не слышишь. Аккуратно. Да вы кружитесь. Муж, где камера моя? Камера в ремонте. Куда отнес камеру? Сдал ее в ремонт, прикиньте, на все выходные. Нажми еще что-нибудь, другую кнопку. Да, вот это. Нет, вот так можно, смотри. Две кнопки, да. Ой, Рекса, Рекса. Пока они тут развлекаются с машинами, показываю, смотрите, на этой руке у меня уже готово. В общем, беру кусочек фольги, ну вот у меня уже попользованный. И надо просто прикладывать к ногтю, и опять забыла, какой стороной, сейчас попробуем. Да, вот этой. Прикладываете, и оно по чуть-чуть отпечатывается. То есть на липкий слой просто я лаком накрасила, гелем. Как на слой крутится. И отпечатаю. Я уже поснимала, зайка. Так. И дальше. Можно делать плотнее, можно поменьше. Мне прям очень нравится. Новый год прошел, а я теперь буду блестеть и блистать. Полмесяца. А потом я просто покрою снова двойным слоем топа, как я сделала на левой руке. И все. Будет готово. Аккуратно, аккуратно, Артемий, сломаешь. Ребенок крушит дом. Надо, наверное, еще. Крутой, понравился? У тебя много крутых подарков. У нас папа не такие крутые подарки, как у тебя. В общем, это надо, наверное, еще фольгу других цветов заказать. Для интереса. Но серебряный хорошо ко всему подходит. Ой. Такой. Останови, универсальный. Останови. Все. Вот на две руки хватило такого кусочка. Можно было даже еще меньше взять. Круто. Мне очень нравится. Вам кажется, что я не вставала с места, но на самом деле я уже успела уложить Артешу, поговорить с мамой по телефону и смонтировать почти весь влог, кроме этого отрезка. А, еще я педикюр сделала. Осталось лампу убрать на место и все мои маникюрные принадлежности. У меня на самом деле такая куча всего уже накопилась, вот то, что касается лаков и прочего. Сейчас покажу свою мини-коллекцию, которая меня радует. Смотрите, куча всего. Это маска, чтобы снимать лак и не дышать этим всем. Эти бамбуковые палочки, маленькие пилочки для педикюра. Это обычная жидкость для снятия лака, на всякий случай лежит, хотя уже 100 лет не пользуюсь. Тонкие кисточки. Еще у меня наклейки какие-то не очень нужные. Вот куча лаков, фольга вот эта, пудра акриловая. Я, кстати, узнала, что для нее, оказывается, нужен еще какой-то там, не помню, как он называется, какой-то там закрепитель или загуститель. И он стоит вообще 700 рублей. И я такая, зачем я взяла эту штуку? Это как бы, чтобы наращивание делать. Я хотела сколы на ногтях корректировать, но, видимо, я еще недолго. Не скоро начну это делать. Вот, у меня лежат пара обычных лаков, но пригождаются иногда вот этот. Это, по-моему, уже все. О, нет, еще живой. Ничего себе.
Ему, я не знаю, сколько лет. Лет 5 так точно. А может и больше. Все еще держится. Вот, так что такая у меня коллекция. Все это здесь хранится. Благополучно. Маленькое богатство мое. Думали завтра поехать к бабушке с дедушкой, но у них другие гости. И бабушка с дедушкой решили, что лучше, чтобы мы приехали в другой день, ну, чтобы они не устали. Поэтому мы, наверное, не знаю, может, на Рождество к ним поедем. Скорее всего, будет так. И я теперь не знаю, что делать завтра. Ну, может, еще один день дома посидим, посмотрим. А потом уже, мне кажется, мы каждый день будем выходить из дома. Да, там у нас мероприятие, у нас же еще одна елка осталась, она в понедельник. Потом уже будет движуха. А тут пока наслаждаемся домашним уютом. На самом деле очень здорово. Да. Никуда не надо бежать, нестись, поспать можно. Посмотрим, получится ли раньше завтра 9. Получится ли завтра раньше 9 встать. 9-10. Да, хотя бы раньше 10. Ладно, все, ну то уже первый час, надо доделывать это все, монтировать и ложиться спать. Блин, но на эту камеру я буду снимать по воскресенье включительно, так что завтра у меня будет ретро-влог целиком на вот эту GoPro-шку. Пишите, кстати, что вам больше нравится, когда я на обычную камеру снимаю или вот эту, которая выгибает все вот так вот. Все, вот теперь точно всем пока.